там сообщение. Что? Не может быть! Меня выбрали участником шоу «Ищем деньги в интернете» 5-й недели. Что делать? Как быть? Ой, блин, я просто не могу сейчас, мне так жарко. Так, мне надо охладиться. Мне надо срочно охладиться. Это просто нереально. Хотя на улице 5 градусов, но ничего. Ура! Круто! Это просто невероятно. У меня нет слов. Одни эмоции. Я так счастлив. Просто невероятно. Конечно, прохладно. Прохладно, но я охладился и сейчас. Ой! Надо одеться, а то прохладно. Но это просто невероятно. В общем, так, меня зовут Павел Саверченко. Я из города Екатеринбурга. Сейчас я нахожусь под Екатеринбургом, 50 километров. Дача здесь, мой дом, моя семья. Мы находились в путешествии 4 года, вернулись сюда недавно. Вот. И мне 30 лет, у меня 2 детей. Мы ждем 3-го ребенка, скоро у нас уже будет 3-й ребенок. И что нужно сказать? Я представился, да? Ой, это просто невероятно какие-то ощущения. Это действительно так круто, потому что, наблюдая за шоу уже почти месяц, до 5-й недели было 4 недели, просто происходили такие невероятные вещи. Я верю в интернет. Я знаю, что интернет дает просто невероятные возможности каждому человеку, каждому из вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Неважно, где вы живете, чем вы занимаетесь, заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие и быть финансово независимым. Вокруг себя собирать людей, которым вы нравитесь, которые вас любят, которые вас поддерживают. Создавать окружение. И такие вещи, которые происходили в шоу, когда Анатолий Климович, пенсионер, получает за несколько часов работы 90 тысяч рублей. Это просто взрыв мозга. Это, ну, блин. Это меняет весь мир, это меняет все население нашей планеты. Это дает возможность всем нашим пенсионерам, всем нашим людям, школьникам просто действительно изменить жизнь к лучшему и помогать другим людям, менять их жизни. И я знаю о условиях шоу принятия участия, то есть я 5 дней уделяю максимум внимания всем скриптам, всем заданиям, которые будет давать Артем, наш наставник. И все те деньги, которые я заработаю, получу в интернете, а я постараюсь по максимуму получить этих денег, насколько это будет возможно. Кину все свои силы, все свои умения в это шоу и все отдать их на благотворительность, чтобы люди, у которых, к сожалению, нет возможности выйти в интернет и долго в этом разбираться, могли получить от нас поддержку в виде благотворительности и реализовать также свои мечты, свои идеи, изменить свою жизнь к лучшему. Так что всем желаю счастья, всем желаю удачи в этом ток-шоу, в получении денег в интернете. Всем счастливо, всем пока. Побежал дальше.